Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Свидетельствовал же народ, бывший с ним прежде, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это знамение. Евангелие от Иоанна. Праздник входа Господня в Иерусалим мы вспоминаем о том, как Господа Иисуса Христа радостно встречали в ограде Иерусалимском, когда Он въезжал в городские ворота. Хвала и словословие звучали из уст людей. Его встречали как Мессию, потому что надеялись, что Он сможет восстановить утраченное могущество Израильского царства и освободить народ иудейский от иноземного владычества. Но Христос входил в Иерусалим не для того, чтобы Его прославили, а для того, чтобы пострадать и умереть на кресте для спасения всего рода человеческого. Поэтому праздник входа Господня в Иерусалим одновременно радостный и скорбный, ибо он предшествует дням Страстной Седмицы, крестным страданиям Спасителя. Иудеи приветствовали Спасителя как царя и пророка, надеясь на то, что их страна, находившаяся в упадке, снова сможет пережить расцвет, как во времена Давида и Соломона, память о которых жила в народе израильском. Те, кто радостными криками встречали Господа, слышали Его проповеди и слышали о чудесах, которые Он совершил, в том числе о воскрешении из мертвых Лазаря Четверодневного. Как об этом рассказывается в Евангелии от Иоанна, за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, в дом Марфы и Марии. Сестры приготовили ужин, Марфа служила, и брат их Лазарь был одним из возлежавших с ним. Многие иудеи узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но и чтобы увидеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие приходили и веровали в Иисуса. Лазарю пришлось скрываться. По преданию, он нашел убежище на Кипре, в городе Китионе, который теперь называется Ларнакой. Ларнака по-гречески значит «саркофаг», «гробница». Имеется в виду вполне определенная гробница. Лазаря, друга Христова, который окончил свою, можно сказать, вторую жизнь епископом Китиона. Над его захоронением возвышается византийский храм X века, принадлежащий Кипрской православной церкви, в котором Лазарева суббота – это праздник, наполненный, конечно, сугубой радостью. Для каждого христианина воскрешение Лазаря становится предвозвещением того всеобщего воскресения, которое ожидает всех людей в конце истории. О воскрешении Лазаря многократно упоминается в праздник входа Господня в Иерусалим. Таким образом, оба события неразрывно связаны друг с другом, превращаются в единый двухдневный праздник, одновременно наполненный и радостью встречи со Спасителем, и печалью о его предстоящих крестных страданиях.
Верующие в этот день приходят в храм с ветками вербы. Потому праздник в просторечии называют вербным воскресеньем. Верба заменила пальмовые ветви в тех краях, где финики не растут. В праздник входа Господня в Иерусалим на богослужение звучат слова апостола Павла: «Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю, радуйтесь». Христианство является религией радости, и радостью пронизано все Евангелие, начиная с рассказа о том, как ангелы явились пастухам и сказали: «Мы возвещаем вам великую радость». Сам Спаситель неоднократно говорит о радости в своих притчах. Так в притче о заблудшей овце он рассказывает о пастыре, который оставил 99 овец и пошел на поиски одной. Когда нашел ее, то на небесах было больше радости об этой одной овце, чем о 99 незаблудившихся овцах. И в своей последней беседе с учениками на Тайной вечере Господь говорит им: «Я хочу, чтобы моя радость в вас пребывала, и чтобы радость ваша была совершенной». Апостол Матфей приводит такую подробность входа Господня в Иерусалим: «Видев же первосвященники и книжники детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Дети вышли навстречу Христу, чтобы почтить его, порадоваться его пришествию. Вряд ли они, да и все, кто был рядом в тот день, понимали, что Иисус – Бог воплотившийся. Но таинственная божественная сила влекла их ко Христу. Дети особенно восприимчивы к Божьей благодати. И с самого младенчества надо воспитывать человека в любви к Богу и храму. 2000 лет Церковь живет благодаря тому, что в нее приходят все новые и новые поколения людей, и каждый взрослый приводит в храм своих детей. В Евангелии неоднократно упоминается о том, как Христос общался с детьми. Однажды дети были приведены к Иисусу, а ученики возбраняли им. Но Спаситель сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Привести своих чад к Господу – обязанность, возложенная на христианина. По мере того, как ребенок растет, начинает говорить и рационально воспринимать окружающий мир, задача родителей заключается в том, чтобы осторожно и постепенно вводить ребенка в церковную жизнь, объяснять ему смысл церковных таинств, рассказывать ему о Боге. С младенчества дети должны иметь возможность приобщаться к той радости, которой наполнена православная вера. Эта радость будет сопровождать человека в течение всей его жизни. Есть люди, которые утверждают, что нельзя крестить младенцев. Пусть, мол, ребенок вырастет и тогда сам решит, быть или не быть христианином, ходить или не ходить в храм. Православная Церковь никогда не согласится с такими взглядами. Божественная благодать равно необходима и детям, и взрослым, и доступ к ней должен быть открыт для человека с самого младенчества. Ведь мать кормит молоком младенца с самого момента его появления на свет, не дожидаясь, пока он попросит у нее пищи. Почему же мы должны лишать младенцев духовной пищи, которой является сам Бог, предлагающий нам самого себя в таинстве причастия? Начиная с Лазаревой субботы и входа Господня в Иерусалим, Православная Церковь день за днем, час за часом вспоминает последние дни и часы земной жизни Господа Иисуса Христа. Страстная Седмица – особый период в литургической жизни Православной Церкви. В эти дни не совершается памяти святых, отменяется поминовение усопших, все внимание верующих сосредоточено на сопереживании страждущему Спасителю. В течение первых трех страстных дней
богослужение совершается по чину Великого Поста с поклонами и молитвой Ефрема Сирина. В эти дни церковь вспоминает притчу о таланте, зарытом в землю, о 10 девах, 5 из которых оказались не готовыми к встрече жениха. На утренне Великого Понедельника читается притча о злых виноградарях, отказавшихся отдавать хозяину плоды, и история о том, как Господь проклял бесплодную смоковницу, и она засохла. Все эти примеры представляют собой призыв к духовному бодрствованию и трезвению и напоминают о приближении часа крестной смерти Спасителя, который верующие должны встретить духовно подготовленными. Евангелие от Иоанна, которое читают в вербное воскресенье, повествует о том, как сестра Лазаря Мария, пока Марфа служила, взяла фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». В начале Страстной Седмицы в Московском Донском монастыре происходит чин мироварения. Слово «мира» переводится как «благовонное масло», «бальзам». Мира необходимо для таинства миропомазания, для освящения храма. После того, как Святой Дух сошел на апостолов в виде языков пламени, они стали возлагать руки на обращаемых ко Христу, и на тех тоже сходил Святой Дух. По мере роста церкви апостолы стали совершать это таинство посредством мира, освящая его и рассылая по общинам. Сегодня обязанность апостолов возложена на предстоятелей поместных православных церквей. В Великий Понедельник святейший патриарх Кирилл благословляет начало варения мира, которое продолжается до Великой Среды. После того, как мир остынет, его перевозят в храм Христа Спасителя. Иоафан же роди Ахаза, Ахаз же роди Езекию, Езекия же роди Моносию, Моносия же роди Амона. На литургии Страстного Четверга во время Великого Входа сосуды с миром переносят к престолу. На престол патриарх ставит алавастр, сосуд, в котором хранится мира, освященный в прежние времена. Затем благословляет каждый сосуд и добавляет в него немного древнего мира, а также пополняет алавастр новым миром. После освящения мира рассылается по епархии. В Великий Четверг церковь вспоминает Тайную Вечерю. Через 4 дня после входа в Иерусалим Господь с апостолами праздновал Пасху. В ту ночь, в которую Он предан был, Христос взял хлеб и, возблагодарив, преломил его и сказал: «Примите, ешьте, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказав: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Так было установлено таинство причастия. В песнопениях, которые звучат в этот день, есть напоминание и о другом событии. Церковь молится о том, чтобы, приступая к чаше, не уподобиться Иуде, который был омрачен недугом сребролюбия. Он предал Господа после того, как вместе со всеми учениками причастился тело и крови Христовых, после того, как ноги его были омыты Спасителем, показавшим, как должны ученики его любить друг друга и служить людям. В православной церкви в Страстной Четверг после литургии следует чин умовения ног.
храме Христа Спасителя его совершает первосвятитель. Сначала патриарх просит Бога омыть всех сидящих пред ним от плотских скверн и душевной нечистоты. Затем молит о даровании смирения и омывает водой ноги каждого из 12 священников. Вечером этого же дня совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 отрывков Евангелия, составляющих последование святых страстей Господа нашего Иисуса Христа. 12 Евангелий, как часто называют это богослужение. Верующие сопереживают страданиям Спасителя. В руках молящиеся держат зажженные свечи. Перед духовным взором каждого проходят последние часы жизни Спасителя, прощание с апостолами, моление о чаше в Гефсиманском саду, целование Иуды, взятие Христа под стражу, отречение апостола Петра, суд Синедриона и суд Пилата, вой толпы, издевательство солдат, бичевание и крестные муки Господа. После службы ее участники в лампадах несут четверговый огонь домой. Иногда, по благочестивому обычаю, огнем рисуют крест над окнами и входом. Господь Иисус Христос сознательно шел на смерть. Он родился для того, чтобы умереть за людей. Он воплотился для того, чтобы стать жертвой искупления за человеческий грех. И Он совершил этот искупительный подвиг по послушанию Своему Небесному Отцу. Нет более сильного свидетельства о любви Бога к человеку, чем крест, на котором был распят Спаситель. Нет иной жертвы, которую Бог мог принести за человека, чем та, которую Он принес. И нет более сильного слова о спасении всего мира, чем то молчание, которое исходило из гроба Единородного Сына Божия. В Великую Пятницу литургии не положено. Это самый скорбный день в церковном календаре. В храме перед святым распятием читаются псалмы и Евангелия о страстях Христовых. Вечерняя Страстной Пятницы обычно совершается днем. Перед ее началом на престол кладется плащаница, плац с изображением снятого с распятия Спасителя. Он является напоминанием о подлинной плащанице Господа нашего Иисуса Христа, хранящейся в Турине. Это 4-метровое льняное полотно, в которое Иосиф Аримафейский завернул тело Спасителя. После чтения новозаветных текстов, повествующих о погребении Господа, плащаница выносится из алтаря для поклонения верующим в центр храма, но украшенная цветами возвышение, символизирующее гроб Христов. В дни Страстной Седмицы каждый православный верующий вместе со Христом переживает скорбь последних дней Его земной жизни. Мы следуем за Христом до Голгофы, до распятия и до того гроба, где было положено Его тело. Великая суббота является воспоминанием погребения Спасителя и Его сошествия в ад, куда Он сошел для того, чтобы вывести оттуда всех, томившихся в ожидании Его пришествия. Великая суббота, когда вспоминается это событие, является днем скорби. Но это та скорбь, которая скоро приложится в радость о воскресении Христовом. Тогда исполнятся слова Спасителя, сказанные им на Тайной вечере. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родит младенца, то уже не помнит скорби от радости, ибо новый человек пришел в мир. Так и скорбь Страстной Седмицы приложится для нас в радость о воскресении Христовом. Страстная Седмица отмечена особыми богослужениями,
и литургическими процессиями в разных странах. В Иерусалиме в Великую Пятницу верующие идут по скорбному пути Иисуса Христа. В Старом Городе на Виа Долороса обозначены 9 из 14 остановок крестного пути Спасителя. Последние 5 находятся на территории храма гроба Господня. Первая – Притория, место, где Христос был приговорен. У второй станции верующие вспоминают о бичевании. Есть остановка, отмечающая место, на котором он упал под тяжестью креста. Есть перекресток, на котором римляне поручили прохожему, Симону из Киренеи, помогать Иисусу нести орудие его казни. По образу Иерусалимского крестного хода Великой Пятницы проводятся крестные ходы во всем христианском мире. В испанском Овьедо хранится сударь, погребальный плат. В Евангелии от Иоанна сказано, что этот плат, который был на главе Спасителя, лежал не с пеленами, но был особо свит во гробе Господнем на другом месте. В конце 20 века сударь был исследован группой ученых. Данные сравнили с анализами, полученными при исследовании ткани Туринского полотна, и установили, что обе реликвии были обернуты вокруг головы одного и того же человека. Причем, если Туринская плащаница содержит и следы крови, и фотографический отпечаток тела Христа, возникший в момент его воскресения, то сударь из Овьедо содержит только биологические свидетельства. Именно потому, что сударь не был на теле Спасителя во гробе, а лежал отдельно. В Страстную Пятницу сударь достают из ларца и выносят из ризницы для поклонения. По традиции, в этот день власти выпускают на свободу одного из осужденных не за тяжкие преступления. Эта амнистия напоминает о том, как толпа, подстрекаемая своими начальниками, потребовала у Пилата отпустить разбойника Варавву, а Христа, которого надеялся освободить Пилат, казнить. Вечером по городу идет процессия, повторяющая путь на Голгофу. Остроконечные колпаки закрывают лица. Это символ стыда, покаяния. В то же время прорези для глаз и рта, кровавые мантии – все это похоже на одежды палачей. Овьедо погружается в гробовую тишину, в которой слышны лишь тяжелые удары оземь металлических набалдашников. Это звук римского конвоя. В страстные дни особенно много верующих съезжается в те города Испании, через которые проходит самый древний паломнический маршрут Европы – путь святого Иакова. Овьедо в их числе. Направление к городу Сантьяго де Компостела, к мощам апостола Иакова Зеведеева, указывают изображения ракушек. Их часто можно увидеть на улицах и площадях. Это эмблема пути Сантьяго. Иаков Старший стал небесным покровителем Испании. Побывать в его городе для испанских христиан так же важно, как в Иерусалиме и в Риме. По преданию, мощи святого апостола были обретены в Сантьяго в 813 году. От середины X века до нас уже дошли документальные свидетельства о первых паломничествах к храму, который был построен на месте обретения. К XII популярность этого крестного хода была уже столь велика, что возникло несколько маршрутов. Наиболее протяженные из них достигали 6-8 сотен километров. Пройти по такому пути – настоящий подвиг. Хотя Господь и не требует подвигов от нас. Спаситель разделил с нами человеческую жизнь, испил чашу страданий и вместе с собой воскресил каждого из нас. От нас же требуется лишь следовать Его заповедям, участвовать в таинствах Церкви, которую Он основал ради нас. Господь вошел в Иерусалим для того, чтобы принести Себя в жертву для спасения всех людей. И эта жертва относилась не только к маленькой иудейской стране и не только к великой по тем временам Римской империи. Она охватывала весь мир и все человечество, не только тех, что жили тогда, но живших прежде того времени, а также и тех, которые будут жить после, включая всех нас. Человек не в силах преодолеть расстояние, отделяющее его от Бога.
Своими силами человек не может преодолеть грех и достичь Царствия Небесного. Тот путь, который человек должен был пройти навстречу Богу, Бог прошел навстречу человеку. «Се царь твой грядет к тебе, кроткий и спасающий». Таково было пророчество о Мессии, и оно исполнилось, когда Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим.